весело живут в этом дворе на Нижней Дуброве уже не первый год. Каждый знаменательный день календаря родители устраивают для своих детей настоящий праздник. Детей в нашем дворе очень много, поскольку у нас 3 огромных дома. И дети с удовольствием участвуют в этих праздниках. Они даже сами просят, приходят к нам и спрашивают, а когда у нас будет очередной праздник. И они в ожидании, они готовятся к этому. В этот раз, кроме традиционных конкурсов и концертных номеров, родители подготовили своим чадам настоящий сюрприз. Договорились, чтобы на праздник приехали настоящие футболисты. Игроков владимирского «Торпедо» так близко детвора видят впервые. Черно-белые рассказали, что секрет любого спортсмена прежде всего в терпении и выносливости. Тогда даже с местного уровня можно попасть в молодежную сборную. Я могу сказать то, что у меня была непростая футбольная карьера до попадания в молодежную сборную России. Поэтому я хочу сказать, чтобы маленькие парни, которые приходят и начинают заниматься футболом или другими, не бросали это дело, потому что это очень занимательно. Вот вы можете получать за это деньги, за свое любимое дело. И это также здоровый образ жизни. Но не только прославленные спортсменами вдохновлены современные дети. Есть у них и более амбициозные цели. Вообще я хочу пробиться в депутаты. Эта мечта была с детства, потому что я хочу изменить многое в стране. Я хочу навсегда отменить сигареты, всегда отменить алкоголь. Я не считаю, что должно быть, вот именно должна быть разность. Почему те, кто воевал, защищал страну, отвоевывал наше государство, жил в таких условиях, это все показывает. Для таких ребят тоже нашлись примеры для подражания. Поздравить детей с Днем знаний приехали представители ЛДПР. Инициативу родителей устраивать такие праздники во дворе политики поддержали. Именно в таких условиях и должен развиваться любой ребенок, а не просиживать все свободное время за компьютером. В эпоху развития информационных технологий главное не потерять себя в этих технологиях, то есть оставаться и воспитывать в себе личность прежде всего, то есть потому что только личности делают в этом мире каких-то достижений. Школа дает знания, ими нужно уметь пользоваться. Для тех, кто к школе еще не совсем успел подготовиться, активисты ЛДПР подарили школьные письменные принадлежности и пообещали в ближайшее время организовать еще теннисный турнир. Подарки маленьким спортсменам тоже найдутся. Сами организаторы праздника считают, мероприятие – это все, конечно, хорошо, но главное – воспитание. Да самый простой метод – любить, быть добрыми. Просто любить, и больше ничего. Карина Трошенская, Алексей Соков, Константин Миронов, 6-й канал.